Привет, девочки. В эфире рубрика «Женские новости». Вот это вот телефон моего парня. Вот это вот мой телефон. Это машина моего парня. Это моя машина. Это игрушки моего парня. А это мои игрушки. Это сумка моего парня. А это моя сумка. Красавчик. Молодец, смоет. Знает, умеет. Где-то немножечко жаба, конечно, придушила. Я тоже хочу себе такую тачку, такие мотоциклы. Я тоже хочу себе такой большой красивый дом. И чтобы у меня в шкафу купе стояла такая сумка денег. Ну ладно, надеюсь, у меня все получится. Вопрос, зачем вот она это видео сняла? Вот для чего? Спалить пацана, чтобы там налоговая заинтересовалась или что? Ну, скорее всего, может быть, так оно и будет, если это не постановочное видео, и, может быть, какие-то органы заинтересуются. То есть она, походу, подставила парня, да, своего же парня. А сняла видео почему? Ну, потому что показать нам, родителям, подругам, знакомым, незнакомым, всем похвастаться, какого крутого мажорика она себе сняла, да? Как она себя устроила в этой жизни. Женщины, дай бог, чтобы у вас всю жизнь было хорошо, чтобы вас богатые парни, значит, брали к себе, женились на вас и так далее. И вы прекрасные, раз вы там домохозяйки, стираете, да, что-то там штопаете носки. Но не снимайте такие видео. Такими видео вы можете создать проблемы. А потом после этих проблем вы можете оказаться вместе с этим парнем на улице. Будьте аккуратнее.